Какого хрена люди ходят на работу? Чтобы зарабатывать на кусок хлеба? Да они просто рабы 21 века! И при этом боятся смотреть по сторонам, словно беговые лошади в шорах. Стали бы люди что-то менять, если бы узнали о новых возможностях заработка? Да черта с два! Они не верят, что сами могут чего-то добиться! Поэтому наше предложение только для адекватных людей, готовых выйти за пределы своего страшного опыта. Что вы знаете о криптовалюте? Если вы до сих пор ей не пользуетесь, то ни хрена вы не знаете! Поспорим? Если бы вы были уверены, что ее ценность постоянно растет, спрос постоянно увеличивается, она не подвержена инфляции и является надежной инвестицией, вы бы покупали ее? Я обращаюсь к нормальным людям, а не к нищебродам, которые ходят на завод и зарабатывают на хлеб с водой. И чтобы еще оплатить любимую ипотеку. А вы знаете, что криптовалюту можно не только покупать, но и зарабатывать? С применением MLM-системы. Считаешь MLM-пирамидой? Пиздуй на свой завод, там тебе самое место. Я надеюсь, что теперь тут остались действительно адекватные люди, готовые воспринимать новую информацию. Готовые завязать со своей пи***ской жизнью. Начнем по порядку. В некоторых развитых странах вводится запрет на криптовалюту, как на наркотики. Только в отличие от наркотиков, криптовалюта наносит вред не здоровью человека, а всей общемировой банковской системе. А что при этом получит каждый партнер? Полную финансовую независимость от государства. Полную свободу перемещения. Возможность покупать дорогие машины и дома. Отдыхать по 4 раза в год, как минимум. Сука, а не для этого ли мы живем? Или ты по-прежнему думаешь, что государство прокормит тебя и твоих маленьких детей? Тогда закрывай это видео и не трать мое время, ебаный придурок! Знаешь, что такое тренд? Это когда в мире появляется что-то новое, неизведанное. И самые первые понимают, что они находятся у истоков чего-то глобального. И они просто охреневают от перспектив, как я сейчас! Адекватные люди, получив полную информацию, сразу понимают. Это новая финансовая система. Она войдет в жизни всех людей, даже бедных. И позволит выбраться из финансовых ям. Решить все материальные проблемы. Как сотовый телефон есть у каждого. Как доллар, которым пользуется в каждой стране. И первые будут зарабатывать миллионы. Зарабатывать на продвижении криптовалюты. Это товар, который нужен всем. Но не все еще об этом знают. И пока еще не понимают всех перспектив и возможностей. Короче, криптовалюта — это тема. В интернете масса информации.